Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Скайрида Фасилий, фирма Ножияр. И сегодня мы вам расскажем вот про этот замечательный заказной ножичек. Такой вот ножик. То есть... Вот. Да, то есть сам по себе. Такой нож. В чем вообще идея заключалась? Нож заказной, как я уже сказал, муж прислал картину своей жены, то есть у него жена рисует картины. И вот одну из картин он прислал и попросил перенести изображение, да, то есть как мы это видим, на ручку. Мы ее перенесли. Естественно, тоже сначала сделали эскиз, показали, все понравилось. Вот так покажем просто. Вот. Все понравилось, и стали делать. Подобрали клиночек, сделали сложный составной больстер. Да? Взяли ручку из лосиного рога, сделали, порезали ее, да, то есть, причем, видите, порезали в несколько уровней. То есть, раз уровень, два уровень. Вот. И заклировали в цвет. Получился вот такой ножик, просто, ну, именно сделанный на заказ, как хотел клиент. К нему сделали вот такой чехол, ну, тоже все достаточно ярко. Клиенту очень понравилось, ну, а значит, и мы тоже довольны. Всем спасибо. До свидания.